22-23 ноября в Иванове пройдет текстильный салон. Среди участников, наряду с российскими модельерами, гости из Украины, Белоруссии, Польши, Германии. Состоятся конкурсные показы в разных номинациях и мастер-классы. В номинации «Промышленные коллекции» три модельера представят школьную форму, в том числе и сам мэтр Вячеслав Зайцев. К тому же у него будут свои модные предложения и к форме учителей. Главное направление текстильного салона этого года – формирование отечественного рынка модной одежды и повышение престижа рабочих профессий. Повышение имиджа рабочих профессий. Не будет у нас хороших специалистов, не будет хороших портных, то о качестве говорить нечего будет. Поэтому в этом году впервые мы тоже проводим и формулируем эту цель и задачи. Это повышение имиджа рабочих профессий. Соответственно, этому сформирован и весь наш текстильный салон.